Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import, и вы находитесь на канале Первый видео авторынок. Если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, обязательно подпишитесь. На нашем канале вас ждет много интересного, в том числе обзоры на автомобили, причем как в формате тест-драйва, так и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных БУ автомобилей, рассматривая их снизу на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора – это спортивный универсал бизнес-класса от компании Honda, призванный сочетать в себе такие вещи, как динамика, комфорт, управляемость и высокий клиренс. Встречайте, Honda Cross Tour. Honda Cross Tour стояла на конвейере с 2009 по 2016 год. До 2013 года выпускался так называемый дорестайлинговый автомобиль. На этой машине выбора агрегатов или типов трансмиссии у клиента не было. Под капотом был безальтернативный двигатель V6 объемом 3,5 литра, мощностью 275 лошадиных сил. Коробка передач была пятиступенчатая автоматическая, а привод только полный. С обновлением в 2013 году двигатель V6 стал чуть мощнее. Мощность теперь составляла 281 лошадиную силу. Коробка передач, также производства Honda, стала шестиступенчатой, а привод остался полный. Однако компания также представила на рынок более дешевую версию Cross Tour с двигателем объемом 2,4 литра мощностью 190 с копеечкой лошадиных сил, пятиступенчатым автоматом и передним приводом. Однако на рынке таких переднеприводных Cross Tour не особо-то много. В нашем случае речь пойдет об автомобиле дорестайлинговом 2011 года с мотором 3,5, полным приводом и пятиступенчатым автоматом. По традиции в начале обзора пару слов о кузове автомобиля и о качестве лакокрасочного покрытия. Лакокрасочное покрытие Honda Cross Tour довольно-таки толстое по японским меркам. Разброс показаний толщиномера обычно составляет 120-150 микрон. Кроме того, окрашен кузов очень качественно. Какие-либо сколы и царапины появляются на нем не слишком охотно. Однако, если сколы все же появляются, лучше своевременно их закрашивать, поскольку недолеченный скол вполне может начать рыжеть. Сквозной коррозии на этих автомобилях нам пока видеть не приходилось. Возможно, сказывается относительно молодой возраст модели, возможно, качество металла. Однако факт остается фактом. Наиболее типичные места появления коррозии для Honda Cross Tour в принципе характерны для любого другого автомобиля. При покупке обращайте внимание на состояние порогов автомобиля, особенно в их передней части. Также посмотрите на предмет отсутствия коррозии внутренней части нижних кромок дверей. Обратите внимание на нишу заднего номерного знака, там также бывает появляется вспучивание краски. Также характерными для Cross Tour является появление ржавчины на передней стойке кузова в районе стыка с передним крылом. Естественно, посмотрите, чтобы в порядке был сам козырек крыши над лобовым стеклом. И обратите внимание на то, чтобы у вас функционировал нормально механизм опускания-поднимания докатки, которую компания Honda в этом автомобиле убрала под днище. Решение для легкового автомобиля спорное, но факт остается фактом. Механизм подъема-опускания докатки имеет свойство со временем закисать от долгого неиспользования. Также при изучении кузова автомобиля на предмет коррозии обратите внимание на состояние задних колесных арок, а также люка. Ну и в завершении. У Honda Cross Tour на пятой двери расположен дополнительный стоп-сигнал. Так вот, краска с этого самого стоп-сигнала с пластика имеет свойство слазить. Когда это происходит, при нажатии на педаль тормоза вы начинаете видеть собственные стоп-сигналы в зеркале заднего вида. Многие люди выходят из положения, просто дотонировав третий стоп-сигнал. Итак, с кузовом разобрались. Теперь поговорим про силовую установку Honda Cross Tour. На дорестайлинговом автомобиле, как в нашем случае, под капотом мог быть один единственный агрегат – J35Z2. Это V-образная шестерка с алюминиевым блоком цилиндров мощностью 275 лошадиных сил. Этот двигатель не имеет каких-либо сложных систем наподобие непосредственного впрыска. Впрыск здесь обычный распределенный. Однако фирменная хондовская система изменения фаз газораспределения и по высоты подъема клапанов iFTEC здесь присутствует. Привод ГРМ здесь ременный. Регламент замены ремня 90 тысяч километров. Гидрокомпенсаторов зазоров клапанов на этих двигателях нет. Регламент производителя по регулировке клапанов 45 тысяч километров.
Если предыдущий владелец пренебрегал этой процедурой, то к пробегу за 100 тысяч он может столкнуться с износом распредвалов, который заявит о себе характерным металлическим звуком при работе двигателя. От покупки такого кросс-тура лучше будет отказаться, ввиду недешевой процедуры замены распредвала. Данный двигатель также оснащен системой VCM – Variable Cylinder Management, которая отключает часть цилиндров, когда двигатель работает в режиме частичных нагрузок. Например, вы едете по трассе без резких ускорений. Именно с этой системой связана характерная для J35 болячка, а именно течь масла из-под прокладок крышек VCM. Визуально это похоже на течь с прокладки клапанной крышки. И определяется это по наличию обильного замасливания в районе, например, маслозаливного щупа. В этом случае, кстати, если долго ездить с подобной текущей прокладкой, масло может начать попадать на генератор, что потенциально, теоретически может привести к его последующей замене. Поэтому с заменой этих прокладок лучше сильно не затягивать. Что касается надежности J35 в целом, это очень надежный агрегат. И кроме обозначенных проблем с распредвалами по причине запущенных клапанных зазоров и пренебрежения их регулировкой и, собственно говоря, течи прокладок VCM, какими-то особыми болячками этот двигатель не отличается. Разве что периодически приходится чистить клапан в ТЭК, который заявляет о себе появлением значка Check Engine на приборной панели. Что касается масляного аппетита этих двигателей, сам производитель устанавливает регламент расхода масла порядка 500 грамм на 1000 километров пробега. Однако из практики владельцев подобных автомобилей, которые покупали их новыми у официального дилера, нормой считается расход где-то порядка 1 литра на 10 тысяч километров пробега. С поправкой на возраст и пробег, а также износ цилиндропоршневой группы вследствие обычной эксплуатации этих автомобилей, можно считать, что если вы доливаете в свой кросс-тур порядка литра масла от замены до замены, которое мы все же рекомендуем менять не раз в дилерские 15, а раз в 7,5 тысяч километров, то это еще не будет считаться поводом тащить этот мотор на переборку. Агрегат надежный, но если дело у вас дойдет до замены этого двигателя на контрактный, имейте в виду, что ставить под капот кросс-тура вы можете только такую же модификацию, то есть J35Z2. Если вы подберете двигатель с другой маркировкой, например, J35Z3 ГИБДД, запросто может отказать вам в оформлении такой переделки, ссылаясь на то, что якобы этот двигатель не предусмотрен заводом-изготовителем. Подобное же, кстати, ожидает и владельцев Honda CR-V, которые попытаются поставить двигатель с праворульной японской машины в европейскую версию. Что касается коробок передач, на этом автомобиле стояли только автоматы, обычные классические гидромеханические автоматы на 5 передач на дорестайлинге и 6 передач на рестайлинговой машине. Пятиступки считаются более крепкими. Их ресурс до переборки порядка 350 тысяч километров пробега, что очень и очень даже неплохо. Шестиступки не слишком им уступают. Однако эти коробки все же боятся перегрева, поэтому при эксплуатации следите за чистотой масла, чистотой радиаторов и проявляйте благоразумие, когда будете съезжать на своем кросс-туре с асфальтированных дорог. В основной массе максимум, с чем сталкиваются владельцы этих автомобилей к очень большим пробегам, это необходимость поменять соленоиды в гидроблоке управления коробки передач. Ну а теперь переходим к осмотру снизу. Итак, автомобиль у нас на подъемнике и переходим к обсуждению его ходовой части. И первое, о чем мы скажем пару слов, это рулевая рейка. До рестайлинга эти машины имели гидравлический усилитель рулевого управления. Гидравлическая рейка имела свойство подтекать даже до пробега 100 тысяч километров. Однако на ее ресурсе кардинальным образом это не сказывалось. Рейка на кросс-туре выхаживает порядка 100-150 тысяч километров пробега. Далее она нуждается либо в переборке, либо в замене на новую. Однако цена новой оригинальной рейки весьма кусачая, поэтому либо замена на дубликат, либо переборка, что может оказаться даже дешевле и не хуже по качеству. На рестайлинговых машинах с двигателем 3,5 литра уже устанавливалась электрорейка с электрическим усилителем рулевого управления. Ресурс почти такой же, 150 тысяч километров. Что касается подвески Honda Cross-Tour, спереди здесь двойные поперечные рычаги, сзади подвеска многорычажная. Ресурс элементов подвески довольно высокий, то есть каких-либо явных проблем до 100 тысяч километров, скажем так, она особо не подкидывала. Да и после может еще не подбросить, если эксплуатировать автомобиль по нормальным асфальтовым дорогам. О чем стоит знать, выбирая для себя Honda Cross-Tour, так это о том, что на эту машину крайне скудный выбор заменителей. И если вы будете пытаться чинить
кросс-тура оригинальными запчастями, например, покупать оригинальные рычаги в сборе, то этот процесс будет весьма болезненен с финансовой точки зрения. Поэтому лучше остановить свой выбор на сайлент-блоках от сторонних производителей, которые можно перепрессовывать. То же самое касается ступичных подшипников, которые, кстати, подходят сюда от восьмого аккорда, и, например, шаровых опор, которые можно найти дублевые и за вполне вменяемые деньги. К слабым местам этой модели многие владельцы также относят и штатную тормозную систему. Дело в том, что после нескольких активных торможений с хорошей скорости тормозные диски, даже оригинальные, на этих автомобилях могло повести. И проточка этих самых дисков помогала не всегда, спасала только замена. Оригинал или не оригинал, здесь уже большой разницы не было. Также задние суппорта на этих автомобилях имеют свойство со временем начинать подклинивать. Поэтому при выборе автомобиля не лишний будет обратить внимание на то, насколько равномерно или наоборот неравномерно изношены колодки, чтобы сразу после покупки не заниматься переборкой тормозных суппортов. Также, выбирая бэушный кросс-тур, стоит знать и об одной довольно-таки небюджетной проблеме, которой эти автомобили начинают страдать где-то к пробегу 100-120 тысяч километров. Касается она внутренних шрусов. Проявляется проблема в виде вибрации, причем довольно ощутимой, при движении на скоростях от 40 до 60 и от 110 до 130 км в час. Оригинальные шрусы стоят весьма недешево. Более того, на этот автомобиль они свои. То есть от 8 аккорда, скажем, вы шарниры равных угловых скоростей на кросс-тур не поставите. Просто не подойдут. Поэтому варианты решения проблемы в данном случае, чтобы избежать замены на дорогостоящий оригинал, это либо поиск исправного бэушного шруса, что иногда получается сделать, либо это замена на неоригинальный привод. Среди владельцев кросс-тура в интернете и на форумах эта проблема достаточно обсуждаема, известна и даже уже есть, собственно говоря, чертеж шруса со всеми его размерами. Поэтому вариант решения проблемы это либо поиск бэушного шруса, либо покупка неоригинала, который будет стоить дешевле. Однако и ресурсов также может оказаться меньше. Здесь все будет зависеть от того, на каком производителе вы остановите в итоге свой выбор. И в данном случае лучше полагаться на опыт владельцев, которые такую замену на своих кросс-турах уже производили. Поэтому при покупке тест-драйв обязателен. Если вы чувствуете сильную вибрацию в указанных диапазонах скоростей, это повод для серьезного торга с продавцом. Также при осмотре автомобиля снизу всегда обращайте внимание на сухость агрегатов. Обратите внимание, чтобы у вас не тек, например, коренной сальник на стыке двигателя и коробки передач, чтобы были сухими сальники приводов спереди, сальник хвостовика раздаточной коробки, сальники заднего редуктора. Все это должно быть сухим. Как максимум допустимо запотевание, но не подтеки. Также на этом автомобиле, если вы смотрите кросс-тур с полным приводом, а порядка 90% машин на рынке именно такие, обратите внимание на состояние подвесного подшипника карданного вала. Меняется он здесь только в сборе с карданом и стоит недешево. Что касается системы полного привода, на Honda Crosstour про нее здесь говорить особо нечего. Эта система, так же как и на Honda CR-V, подключает заднюю ось при пробуксовке передка по требованию. На этот процесс вы никак особо повлиять не можете, да и не нужно. Муфта вступает в работу практически мгновенно. Однако помните о том, что кросс-тур это все же легковой автомобиль, хоть и имеет клиренс в 205 мм. Но, тем не менее, использовать эту машину на серьезном бездорожье, пожалуй, не стоит. Случаи отказа полного привода на этих автомобилях в основном связаны с отказом каких-либо электронных компонентов, например, той же системы ABS. И, как правило, опять же, связаны с повреждением либо фишек разъемов, либо самой проводки. Механические проблемы с системой полного привода на этих автомобилях практически не встречаются. Итак, какой же вывод можно подвести под все сказанное про этот автомобиль? Honda Crosstour на самом деле довольно надежная машина, которая редко подкидывает своим владельцам какие-то неприятные сюрпризы. Однако, выбирая этот автомобиль, важно помнить, что эта машина по стоимости своего содержания ну никак не относится к разряду бюджетных. Поэтому покупать такой автомобиль на последние деньги, в каком состоянии бы он ни пребывал, будет неправильно. Наиболее проблемные места, на которые стоит особенно обратить внимание при выборе подержанного кросс-тура, мы обозначили. Дальше дело за вами. И помните, что выбирая кросс-тур в 2021 году, обращать внимание нужно прежде всего не на сам пробег автомобиля, а на то, в каком состоянии он находится. На то, насколько щепетильно подходил к его обслуживанию
предыдущий владелец. Именно этот момент позволит вам уберечься от серьезных трат. В целом же Honda Cross Tour — это действительно универсальный, очень динамичный и очень приятный автомобиль, который особенно подойдет тем, кто часто ездит по загородным трассам. Ну вот и все на сегодня. Если данный обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если вы владели или владеете подобным автомобилем и вам есть в чем нас поправить или чем нас дополнить, пишите это в комментариях. Людям, подбирающим себе такой автомобиль, ваш комментарий может оказаться очень полезен. Спасибо за просмотр. Хорошего вам дня. Пока.